Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как слышно? Прием. Так, ну вижу, меня вроде как слышно, да? Видно, слышно? Алло. Коллеги. Коллеги, вы меня слышите? К сожалению, вот я тоже ничего не могу сделать. Сейчас появился звук, видео. Я вот у меня вроде как эфир.
Опять меня не слышно, наверное, да? Ничего, все пропадает. Ой, да. Все зависло. К сожалению, администратора опять не слышно, так или о, слышно, видно, ура, супер, наконец-то мы добились чего-то. Но я рада, что мы наконец-то с вами соединились. Начинаем наш вебинар. Меня зовут Кисель Арина Вячеславовна. И сегодня мы сегодня с вами поговорим на тему использования дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Супер, нас слышно, видно, все хорошо. Так, только у меня теперь все зависло опять. Да что же это такое? Мы с вами будем говорить о дидактических играх по ознакомлению детей с окружающим миром. Как мы все знаем, для развития старших дошкольников часто осуществляются игры в разнообразных видах деятельности. И особую роль в развитии, конечно же, принадлежит игре, так как игра это ведущая деятельность, мы знаем, именно этого возраста, это особенность детей. Давайте мне пишет нестабильное подключение к интернету, я уберу видео, хотя мне не предлагают сейчас. И многие отечественные и западные психологи, педагоги отмечают, что использование игры для детей, для решения различных педагогических задач способствует развитию как ее формы, так и содержания. И вот, признавая влияние игры на развитие психических новообразований и на всестороннее развитие личности, те и другие подчеркивают, что возможность играть для детей очень-очень важна. Специалисты отмечают, что игра в определенной мере является как бы одним из способов познание окружающего мира. Особенно это тогда, когда дети используют игру как отражение действительности. И вот, как говорил нам всем известный Александр Владимирович Запорожец, он говорил, что игра возникает не самопроизвольно, как продукт индивидуального творчества, а под
влияние и в результате усвоения социального опыта ребенком. Для ее возникновения нужен целый ряд внешних условий. Ну, это наличие впечатлений от окружающего мира, игрушек, общение со взрослым, в котором игровые ситуации занимают значительное место. Если это сначала простейший опыт, например, если мы с вами вспомним игру младенца, вот ку-ку-ку-ку, в которой сопровождается исчезновение или появление взрослого перед ребенком, или ладушки, вызывающие в определенном ритме движения рук, да, вот это первое появление игры. А в этот период ребенок еще остается на уровне действия с предметами, не вычленяя из них предметы специального назначения, то есть игрушки. Но с возрастом у ребенка усиливается стремление к тому, чтобы действовать самостоятельно с предметами. И взрослые в этот момент предусматривают и дают ребенку нужные игрушки для того, чтобы отделить их от предметов житейского назначения. Так, говорят, звука нету. Ну, попробуйте обновить страничку. Видео специально убрала, чтобы лучше было вам слышно, потому что пишет, что нестабильное подключение, к сожалению, к интернету. И когда взрослый, вернемся, дает ребенку специальные какие-то игрушки, то тогда ребенок осваивает простые действия при помощи этих игрушек. Он складывает, да, мы это где катает, каталку бросает и так далее. Однако эти игры представляют собой индивидуальный мир ребенка, в котором роль принадлежит взрослому, так как ребенок сам себя не может занять или может только на самое очень короткое время. Но уже начиная с третьего года жизни у ребенка все настойчивее, все острее, в игры включается такой новый компонент. Не просто действовать с предметом, а видеть возможность выполнять какое-то действие. Готовить обед, да, ребенок говорит, я кормлю куклу Катю, или я лечу там Машеньку. Он начинает использовать роль как исходное положение своей игры. И вот, понимая такое трепетное отношение детей к игровой деятельности, нам, взрослым с вами, педагогам, воспитателям, дошкольным организациям, необходимо организовывать свою педагогическую деятельность таким образом, чтобы подготовить наших маленьких человечков к большим делам. В обычных для детей жизненных условиях, которые, несомненно, являются игра. Но именно таким образом это надо, чтобы организация игр в детском саду обеспечила детям интересную, содержательную жизнь и удовлетворяла потребности в играх, в ходе которых воспитывались бы у них навыки общественного поведения, да, нравственного, личностного развития, сформировались у детей общение с окружающим миром, людьми. И нет, конечно, нужды доказывать, что ребенок, играя, учится, и что в игре за несколько минут он сможет освоить столько, что иным способом не научить и за час. А детям нравится, когда взрослые принимают участие в играх, когда они чувствуют себя со взрослым наравне, да? Их поведение становится более осознанным, серьезным, осмысленным.
И вот игровые ситуации, они, конечно же, ведь раскрепощают ребенка, позволяют ему почувствовать себя личностью, дают ему уверенность в том, что его проблемы и переживания достойны внимания и обсуждения, что этого развивает в нем наблюдательность ко всему происходящему. И одним из самых действенных методов ознакомления ребенка, ведения ребенка в окружающий мир является дидактическая игра. И основная особенность дидактических игр определена названием. Это игры, конечно, обучающие, да? То есть это игры, способствующие развитию познавательному, интеллектуальных операций различных, представляющие основу обучения. И дидактические игры в педагогическом процессе, конечно, играют такую двоякую роль. Ну, во-первых, они являются методом обучения, как уже сказано, да, а во-вторых, они являются еще и самостоятельной игровой деятельностью. И вот в качестве первого они широко используются на занятиях, да, по знакомлению детей с окружающим, живой природой, по формированию элементарных математических представлений, развитию речи. И в целом в обучении определенных способов умственных каких-то способностей, систематизации, уточнения и закрепления каких-то знаний. А при этом содержание игры и ее правила подчинены воспитательно-образовательным задачам, которые выдвигаются конкретным программным содержанием, требованиям, да, того или иного занятия. Инициатива в выборе и проведении игры, игры иного вида занятий, да, и принадлежит в этом случае, конечно же, воспитателю. Как самостоятельная же игра, она проводится вне, там, как бы сказать, занятия, да, вне учебное время. И вот в обоих случаях воспитатель руководит дидактическими играми, но роль в них будет различна. Да? Если он на занятиях как учитель, как педагог, он учит детей, как надо играть, знакомит с правилами и игровыми действиями, то в самостоятельных играх воспитанников он участвует в качестве партнера или арбитра. Да? И тем самым он следить за взаимоотношениями детей и оценивает их поведение. Но при этом его роль не такая главная, как когда это идет как обучение. Конечно, детей привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить свою активность, выполнить игровое действие, добиться результата, в конце концов выиграть, да? Однако, если участник игры не обладает знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить и игровые действия. А ведь игровые ситуации дети воспринимают более естественно, чем серьезные обсуждения. Да? Игры помогают детям научить слушать другого, задавать вопросы такого какого-то поискового характера, контролировать свою собственную деятельность, действия партнера, использовать элементы планирования в познавательной деятельности, строить диалог при совместном выполнении заданий, применять самостоятельно полученные знания уже в самостоятельной деятельности. И в конце концов радоваться успехам своих сверстников
И эти факторы очень-очень важны для обучения дошкольников. И именно возможность обучать детей посредством активной, интересной для них деятельности – это и есть отличительная черта дидактических игр. Так. Обязательно надо сказать о том, что существует 4 вида дидактических игр. Это игры с предметными игрушками, игрушками, природным материалом, то есть игры с предметами, настольно-печатные игры, словесные игры и интерактивные игры или компьютерные. Довольно сейчас входят в современный мир, в обиход, да, в занятия. И вот в играх с предметами используются игрушки и реальные предметы, орудия труда, предметы обихода, объекты природы, это овощи, фрукты, шишки, листья, семена, какие-то плоды. Игры с предметами дают возможность решать такие задачи, как расширить и уточнить знания детей, да, развить какие-то мыслительные операции, проанализировать, сравнить, найти различия, обобщить, классификация, воспитать, конечно же, произвольность, память. Настольно-печатные игры, они, конечно, разнообразны по содержанию и являются обучающей задачей, да? Они красиво оформлены, они помогают уточнить и расширить представление детей в окружающем мире, систематизировать знания, развить мыслительные процессы. Настольные печатные игры разнообразны по различным видам. Есть парные картинки, лото, домино, лабиринты, разрезные картинки, различные кубики, пазлы. Например, такие, да, всем известные, найди два одинаковых яблока, например, или игра с какого дерева лист, что растет в саду, ну и так далее. В лото ребенок должен какой-то картинке на большом карте подобрать тождественное изображение на маленьких карточках. Ну, все мы знаем игру лото. Она может быть разная тематика, и зоологическое лото, и цветут цветы, и мы считаем, и различные сказки. Также вот домино, да, принцип все мы знаем, парности, подбор одинаковых картинок, это могут быть картинки в виде игрушек, в виде геометрических фигур, ягод, героев мультфильмов. В играх типа лабиринт, предназначенном больше для детей старшего дошкольного возраста, используется игровое поле, да, фишки, там, счетный кубик, которым можно играть. Это могут быть такие игры, там, золотой ключик, кайболит, ну, много различных такого рода игр. Бродилки еще по-другому иногда называют, да. Ходилки, бродилки. Словесные игры отличаются тем, что в процесс решения обучающей задачи осуществляется в мысленном плане. И преимущественно словесные игры проводятся с детьми старшего возраста. Условно словесные игры делятся на 4 группы. Первая – это группа, с помощью которых формируют умения выделить существенные признаки предметов, явлений, ну, например, отгадайка игра. Вот. Вторая группа
это где используют ее для развития у детей, уметь сравнивать, сопоставлять, замечать, делать правильные умозаключения. Ну, это такие игры, когда похож, не похож, когда ребенок должен что-то сравнить. А в третью группу будут входить игры, с помощью которых развивается умение обобщать, классифицировать предметы по различным признакам, да, это кому что нужно, назови три предмета, назови одним словом. И в четвертую группу выделены игры по развитию внимания, сообразительности, выдержки чувства юмора, например, летает, не летает, когда запретное слово, что фрукты или овощи называть нельзя. Ну, и так далее. Дидактическая игра имеет основные элементы и выделяет следующие структурные компоненты. Это дидактическая задача, состоящая из игровой и обучающей. Содержание игры, игровые правила, игровые действия и окончание игры, подведение итогов. И вот дидактическая игра или обучающая задача. Это основной элемент дидактической игры, которым подчинены все остальные. Конечно же, для детей обучающая задача формируется как игровая, да? Они воспринимают именно как игру. Она определяет целями обучения и воспитания детей. Отбор познавательных задач для игр осуществляется в соответствии с разделами программы, с учетом возрастных особенностей. В отличие от прямой постановки задачи на занятиях, в дидактической игре она возникает своего рода как игровая задача для самого ребенка. Она побуждает его желание и потребность решить ее, и тем самым активирует его игровые действия. Ну, например, игровая задача может быть заложена в самом названии уже. Например, построй дом для поросенка. Или одень зайчика и белочку к зиме. Кто в каком домике живет? То есть уже изначально вы задаете, то есть своим названием, что что-то ему нужно определить будет ребенку. Дидактическая задача реализуется на протяжении всей игры через осуществление игровой задачи, игровых действий, а итог и решение обнаруживается в финале. И вот для получения положительного результата необходимо, конечно же, очень важно продумать содержание игры. И вот содержание игр может быть самым разнообразным. В основе дидактической игры может лежать вся окружающая действительность. Например, игры ползает, не ползает, съедобное, несъедобное, узнает как время года, кто как поет. Да, вы, я думаю, сами знаете очень много игр. И вот включать игру в ту или иную форму занятия можно неоднократно. При этом в содержании уже известной детям игры нужно вносить новые элементы. Использование конкретной игры диктует не только заложенные в ней дидактическими заданиями, да, содержание, но и набором наглядных дидактического материала. И вот очень желательно использовать широкий диапазон, широкие возможности использования материалов наглядных
больших и малых форм, игрушек, музыкальное сопровождение, включить художественно-эстетическую, творческую деятельность детей, приобщить. Следующее – это игровые правила. Ну, они обеспечивают реализацию самого игрового содержания и делают игру демократичной. Они несут в себе функции обучения. Что и как надо сделать? Они несут функцию организации. Определяется порядок, кто за кем, какая последовательность. Определяется дисциплина, да, в правилах оговаривается, что нужно делать, чего нельзя, и определяются определенные правила. Следующий компонент – это игровые действия. Это основа игры, способ проявления активности ребенка в игровых целях. Без них невозможна и сама, конечно, игра. Они являются являются рисунком сюжета игры. Чем будет разнообразнее действие, тем интереснее для ребенка сама игра, и тем успешнее будут решаться познавательные задачи, которые ставит педагог. Игровые действия должны вызывать у детей радость, чувство такого вот удовлетворения. И именно эти чувства делают обучение эмоциональным и занимательным. Важно, что игровым действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра приобретает именно обучающий характер и становится содержательной. Обучение игровым действиям осуществляется также через пробный ход в игре, то есть показ самого действия. Вы изначально показываете, как надо будет играть в эту игру. Все направления этой игры, кто как с кем взаимодействует. И в играх, в которых участвуют все дети и выполняют одинаковые роли, игровые действия одинаковые, конечно, для всех. И в конце необходимо подвести итог. Педагог объявляет победителей, да, если такие предусмотрены правилами. Дети совместно с воспитателем исправляют ошибки, которые они заметили. Отмечают оригинальное решение, это очень важно. И особенно яркие рассказы. Ну и, конечно же, хвалят детей. И вот проведение дидактических игр, конечно, требует от воспитателя большой продуманной работы в процессе их подготовки и проведения. Но насколько они помогают обогатить знаниями, это, конечно, существенно это заметно. Еще очень важно условие при применении дидактических игр в использовании. Важное условие – это системность. То есть нужна система игр и последовательность развивающих и усложняющих содержание с дидактическими заданиями, игровым действием, правилами. Вот если брать просто отдельные игры, они, конечно, могут быть интересны для детей, но использовать их вне системы нельзя будет достичь того желаемого обучающего и развивающего эффекта, да, какой, если бы это было бы поэтапно. И благодаря широкому распространению таких средств информации, как телевидение, радио, кино. Дети в дошкольном возрасте накапливают массу впечатлений, сведений об окружающей жизни.
Вот я вижу, пишет, нет звука, обновите страничку. А вот был вопрос, или вот я взглядом пробегаюсь, спрашивали по поводу презентации. Да, я думаю, администратор выложит в конце нашего мероприятия, нашего вебинара, можно будет скачать данную презентацию. Ну, продолжим. И вот ребенок хватает везде любую какую-то информацию, которую он услышит. Там по радио, когда едет с мамой в машине, с папой, в телевизоре и так далее. И они оказывают такое огромное, огромное воздействие на чувства, речь ребенка, поведение, взаимоотношения. И, однако, этот объем информации, получаемый в детском саду, дома, в ближайшем окружении, не может быть переработан детьми самостоятельно. И именно поэтому, чтобы активно влиять на развитие детей, нужно учитывать в своей работе все источники информации, которые получают дети. Очень важно с ними взаимодействовать, именно что ты знал, что ты услышал. То есть это очень важно. Ну и, конечно же, как я сказала, уже важно именно, чтобы это было систематическим. И сегодня я хотела бы вам представить хорошее пособие, где можно подчеркнуть много интересных идей, либо использовать уже как полученное, как автор задумал. Это сборник дидактических игр по знакомлению с окружающим миром. Разработал автор, это Лариса Юрьевна Павлова. Это методическое пособие вышло в рамках программы «От рождения до школы». И вот в книге представлены дидактические игры, которые знакомят детей в возрасте от 4 до 7 лет с окружающим миром, и даны методические рекомендации, как провести эти игры. Дидактические игры в пособии разделены на три блока. Это игры для знакомления с флорой и фауной. Они направлены на знакомление детей с образом жизни растений и животных. Игры для знакомления с окружающей средой, которые направлены на знакомление со взаимодействием между живыми предметами и окружающей средой. И игры, которые знакомят с окружающей средой и взаимосвязи между живыми объектами, созданной человеком, средой обитания людей и животных, направленной на знакомление детей с различными там, профессиями, разнообразной деятельностью человека в окружающем мире. И применяя вот, дидактические игры на занятиях, познакомление с окружающим миром, важно соблюдать взаимосвязь между собой в различных формах воспитательно-образовательной деятельности. В играх должна быть прослеживаться взаимосвязь. От игры к игре, как я говорила, уже должно происходить развитие мыслительной деятельности детей. То есть каждая следующая игра должна продолжать последовательность действий, событий предыдущих. После каждой пройденной темы необходимо составить комплекс каких-то игр на отработку полученных знаний. И вот я хочу вам предложить на примере нескольких дидактических игр из методического пособия «Сборник дидактических игр по знакомлению с окружающим миром» Ларисы Юрьевны Павловой показать, как выполняется эта взаимосвязь. Ну и вот давайте первую игру
возьмем, которая называется «Игра-строитель». В ходе игры воспитатель объясняет детям, что возведение дома – это такой сложный процесс, обращает внимание детей на определенную последовательность работы строителей. Да, сначала архитектор определяет место для возведения здания. А на этой площадке будут рабочие инженеры роют котлован на определенную глубину, выравнивают его, далее начинают возводить фундамент. Фундаменты бывают разные, обсуждают, какие ленточные, на сваях и так далее. И в зависимости от несущей способности грунта, на котором строится здание. И вот когда работа по возведению фундамента закончится, начинается работа по постройке самого здания. И вот детям предлагается для игра, в этой игре, для этой игры нужно фонолиграф или, я не знаю, доска, на которой прикрепляется вот коричневая полоска. Также нужны строительные блоки для дома, черненькая полосочка, транспорт технический, который используется при строительстве, да, и дальше какие-то предметы, картинки, которые можно было бы потом благоустроить территорию дома построенного. И вот детям предлагается, говорится, что мы сегодня с вами будем строителями, да. Совершенно верно, можно и доску, я же сказала, магнитную или какую, как будет удобно, кому как будет удобно именно использовать, что есть под рукой, как говорится. И вот детям говорится, мы сегодня будем с вами строителями, мы будем строить дом. А из чего можно построить? Ну, дети начинают высказывать, там, из дерева, там, из камня, кирпича и так далее. А как вы думаете, какие нам машины помогут? И дети должны будут выбрать из предложенных строительных машин нужные. Определяют последовательность строительства. И чтобы помочь, воспитатель может даже задавать такие вопросы. Что нужно сделать перед началом строительства? Они говорят детям, например, расчистить территорию, да? И я поэтапно вам сделала в слайдах. Дети выбирают, какая машина понадобится в первую очередь. В первую очередь мы выбираем бульдозер, который расчистит нам всю дорожку. Потом нам понадобится вырыть котлован. Да? Совершенно верно, можно интерактивную доску, тогда будет интересно. Но в чем здесь заключается, что ребенок, используя эти картинки, сам, получается, не только он говорит, но еще и моторно-зрительно фиксирует. Вот машина поехала. Можно вообще это обыграть с детьми, с настоящими машинками и изображением всей стройки. А дальше дети начинают строить дом. Положили черную полосочку. Эта черная полосочка показывает, что это у нас вырыт котлован. И построили дом, и детям предлагается самостоятельно благоустроить территорию дома. И вот таким образом дети попробовали себя в роли строителей. И вот данная игра, она закрепляет детей знания о строительстве, да, какие бывают дома. Она дает возможность детям реализовать знания, полученные на занятиях, в элементарных, да, игровых действиях. Ну, кстати, эта игра как раз 4-5 лет.
И следующая игра, вот как раз о той самой взаимосвязи. Игра «Спланируй город». А вот в этой игре содержание и задачи усложняются. Картинок, к сожалению, нет, но, например, есть много дидактических, да, наглядных пособий, можно использовать из них что-то, либо в интернете какие-то картинки, то есть все, что у вас будет под рукой. И вот, например, вот в следующей игре, которая «Спланируй город», она вот усложняется, детям представляется полная самостоятельность в постройке макета города, и где педагог будет занимать совершенно минимальное участие. Детям показывается карта, ну, в частности, вот я показала карту Москвы. Они смотрят и совместно анализируют как можно, какие здания нужны, где будет окраина города, где центр. И вот они, опираясь на свой жизненный опыт, определяют, что должно быть в городе, а чего не должно быть. И они используют тогда карточки. Вот я просто набрала какие-то определенные, ну, просто выбрала карточки, и раскладывают, где какие должны быть здания на карте, какие кварталы, какие офисы, какие инфраструктуры, нужно ли, где расположить, например, здание детского сада, школ, больницы, кинотеатров. Совершенно верно. Можно и по запросу еще и сделать, конечно, идеальный город, да, это было вообще замечательно. А дальше они размещают на этой карте вот различные здания, вот тут я и заводы, нужны ли эти заводы. То есть вы говорите о том, что влияет на загрязнение нашего города. И еще предлагаете, как можно украсить наш город, чтобы он стал более красивым, экологически чистым. И дети, ну, тоже нужно какая-то там деревья, кустарники, клумба, то есть картинки такие, конечно, у вас должны. И они тоже разбивают, может быть, это будет у них сквер, парк какой-то. И вот после того, когда они сделали макет своего вот этого города, они приступают к другой игре. Они из конструктора строят по своему плану город и уже фантазируют. Вот здесь у меня музей, здесь у нас будет театр. Использовать можно различный конструктор, да, и Лего вообще есть тематические добавить. То есть эта игра плавные занятия может перейти и в самостоятельную игровую деятельность. Что очень важно в этой игре, почему я говорю, я выбрала только несколько, и я вам то же самое предлагаю, картинки не все, но вам нужно предоставить детям материал, где они могут вырезать какие-то, дорисовывать, чтобы потом приклеить к макету, какие-то важные, значимые для детей вещи, предметы, которые они считают, что должны быть именно в их городе, который они решили создать. Следует также отметить, что развитие познавательной активности детей влияет не только постепенное усложнение игр, но и то, какое количество наглядного материала используется. Оно может как возрастать, так и убывать. Ведь бывают и полезные игры совершенно с минимальным вкладом наглядного пособия. Да, дети любят, ну и мы с вами, да, все, наверное, любят глазами смотреть, да, чтобы это ярко, красиво. Но когда полностью ребенку не предоставляется
то они начинают фантазировать и сами творчество свое какое-то проявлять. О, вот вам вообще повезло, здорово, что у вас есть вот магнитная доска, наш город, достопримечательности, здорово, здорово. Так, ну, мы с вами продолжаем дальше. Кажется, ухо грузится. И следующее, что я хотела вам сказать, что многие содержания дидактических игр, которые проводите вы с детьми, должны соответствовать временам года. Ведь с изменениями, происходящими в природе, происходит в жизни изменения в мире людей, животных, да, начиная с простейшего, с одежды и там, цвета шерсти животных, заканчивая деятельностью, характерной для того или иного сезона, да, уборка, например, урожая. Каждый сезон детям необходимо знакомить с такими дидактическими играми, благодаря которым они смогут осознать красоту данного временного периода. И это будет благотворно влиять на деятельность. Можно использовать сказки, стихи, скульптурные какие-то изображения, да, музыкальные произведения. Здорово. И, например, включать в занятия, например, роспись, да, вот гжель, она зимняя. У нее такие синенькие узоры красивые. И выложите с ребенком, с детьми последовательность изображений узора. Например, осени будет характерна хохлома своей золотой, ярко-красной цветовой гаммой. Для лета, например, майдан узора, да, он такой яркий и красный, и зеленый, и синий, все цвета. Поэтому очень важно включать. А также неотъемлемая часть в ознакомлении детей с социумом составляют дидактические игры, связанные с профессиями людей. И вот я хотела вам предложить еще одну интересную игру. Называется «Карта профессий». Карта профессии. Она очень простая, да? Это можно самостоятельно сделать. Берется цветная бумага разных или картон. Наклеивается с одной стороны какое-то здание, учреждение. С другой стороны ставится точка. Это получается как игра почти бродилки. Нужно дойти до здания, но неспроста. Выполняет, на каждый лист рассчитан на группу детей. Это группа, ну, получается по подгруппам. Ну, там 5 детей в одной, там синенького, голубенького цвета, 5 розовенького и так далее. На самом деле можно немножко, так предлагает Лариса Юрьевна Павлова, а я вот представляю себе еще как другой вариант. Например, можно эту игру перенести с плоскости в двигательную. Когда, например, вы раскладываете на вашем игровой комнате кружочки, будь то это, ну, из физкультурного зала можно взять кружочки,
небольшие обручи, можно вырезать просто самим кружочки. Значит, для этой игры нужно какие-то вот учреждения, которые будут символизировать профессию. Нужен кубик для хода игры, да, определения сколько. И игра заключается, что все становятся сначала в начале, и бросается кубик. Но кубик бросается всего два или там три раза максимум. И по количеству, я даже думаю, ну я там меньше кружочков сделала для вас, в зависимости от того, насколько вы сделаете дорожку из кружочков до здания. Делаете, ребенок бросает, то возьмем один раз. Он сбросил кубик, узнал, первая дорожка сразу же на 6 прошла, вторая там на 3, на 2, там, на 4. А дальше задание усложняется тем, что воспитатель детей спрашивает, вот ты идешь, как ты думаешь, а кто работает в этом здании? Вот в первой голубой картинке ребенок говорит, там работают врачи, а что он делает? И так далее. То есть и за каждый правильный ответ дети двигаются на шаг вперед. Ну и здесь получается даже как соревновательный момент, кто быстрее дойдет, да, до профессии, тот и победил. Естественно, нужно будет подводить итог, кто лучше рассказал. Еще одну игру очень важно. Мы продолжаем, да, из профессии. Когда разные профессии мы с вами отгадали, а теперь важно детям побыть в какой-нибудь профессии. Сейчас очень часто я знаю, что и в детские сады приглашают родителей разных профессий, дети слушают, интересуются. И вот можно, например, с помощью такой игры детей превратить в рекламных агентов. Ну, детям говорят, мы часто видим с вами по телевизору рекламу, а сегодня мы с вами превратимся в рекламных агентов. Здесь тоже по подгруппам дети разбиваются, по 4 человека. Ну, я представила просто две картинки, а там в зависимости от количества детей в вашей группе вы берете больше. Разрезные картинки на 4 части. Сначала дети должны составить картинку целую из этих частей, а потом они должны представить рекламу этого продукта. Для чего оно нужно, чем оно полезно и так далее. И здесь уже оценивается и речевые возможности детей, да, кто у кого как более оригинально получилось. Здесь опять можно и какие-то стимулирующие звездочки давать за лучшие какие-то выступления. Так что и дальше еще игра. Игра на знание – это обязательно важно не только в развлечении профессии, но и терминологии. Вот когда, например, терминология, дети сталкиваются с проблемой, когда детей спрашиваешь, как строение цветочка, ну, знает он корни, знает, что там цветочек. А вот, например, со словом стебель у детей бывает часто затык. Они палочкой называют, столбиком, ну, по-разному. Да, совершенно верно. И они совершенно верно забывают слово стебель. Вот эта вот отработка, из каких частей собрать можно также. Потом следующая игра, где какой цветочек может расти, да, или там на пруду там кувшинки какие-то, лилии. У болота какие-то цветы, в лесу растут, есть солнцелюбивые, есть теневые, кто любит тень. Очень важно, чтобы дети указали, какие им нужны условия для того, чтобы
они росли. И так, росли, забыла мысль. Ну, поехали дальше. Ну, наверное, ладно. И в завершение хотела сказать, что данное пособие, идеи из этого пособия можно использовать, да, и приобрести в школе семи гномов. Также хотела сказать о том, что сейчас на период карантина до 30 апреля проходит акция, если ввести промокод МПАДА, то будет скидка 25%. Еще хочу вам вот о чем интересном рассказать. Что грузится так долго. Смотрите, Международная педагогическая академия дошкольного образования вела новые вебинары. Мы их ведем по вечерам, 18:30, каждый вторник и четверг, называются антивандальные вебинары. Но они, конечно, больше направлены на родителей, то есть чем, как занять ребенка в этот такой непростой период. И вот сегодня Татьяна Витальевна Селецкая расскажет такая тема, может быть, она иностранным названием, сторителлинг, как с детьми сочинять истории, как научить детей пересказывать. То есть это развитие речи. Она продемонстрирует различные интересные игры, которые можно использовать и в работе, и, естественно, родители, которые смогут занять своих детей с пользой. И еще, конечно, хочу напомнить, что продолжается запись на регистрацию на 10-ю международную педагогическую конференцию. Она, к сожалению, из-за вот этих всех обстоятельств перенеслась на осень. Но она состоится, числа, конечно, уточняются, вот как только закончится карантин. Так что всех желающих, кто-то заинтересуется, могут заходить и регистрироваться. По поводу дальше сертификатов. Сертификат будет у вас в личном кабинете. Вы заходите в свой личный кабинет. А вот видите, на экране нарисована заявка на обучение, идет дальше состав заказа, лекция. Это вы можете зайти и повторно посмотреть. Конечно, у нас вот не все так удачно сегодня началось. Сертификат лежит у вас там, вы скачиваете, уже потом распечатываете. Данный вебинар будет доступен также у нас на YouTube-канале. Присоединяйтесь, мы будем очень рады. Также QR-код – это на группу ВКонтакте МПАДа. Там вы узнаете последние новости от МПАДа. Также у нас есть еще в группе, группа методическая, площадка программы «От рождения до школы». Последние новинки и все-все-все можно узнать там. Ну, а я вам говорю большое спасибо, что вы сегодня были со мной, что были терпеливые и смогли выдержать. Вот такое нехорошее сегодня начало. Вот интернет подвел, или вот то, что нас много. И это очень хорошо, что нас много на самом деле, что вам интересно, что вы люди, которые стремитесь получать какие-то интересные знания. Если есть вопросы, я с радостью отвечу. Вопросов нет. Спасибо и до новых встреч!